общем, граждане, докладываю обстановку. Мы проехали. Значит, в Беларуси вообще ни одного человека не было. Просто пролетели как лом через говно, через белорусскую границу. На нашей границе стояли 4 часа, у них завис компьютер. Они зачем-то решили всех записывать. Куда? Зачем? С какой целью? А насколько? А почему? А с какой стати? Сделали, опросили, допросили, записали. И после этого отпустили. Вот такой расклад. Так что, если кто-то хочет в Беларусь, ребята, готовьтесь отвечать на вопросы. И мы мчим, опаздываем уже, ни хрена не успеваем, но мчим. Сессию, так что Лагойск решает вопросы. Тренировочный день закончен, машина почти не пострадала. Немножко покоцали бампер, фонарик, ну и так далее. Все как положено. Обратите внимание, ребята, какой лобовик именной у нас. 78 номер, кошарный. Вот так вот, ребят. В общем, завтра с утра тренировочки и квалификация. Будем пробовать вспоминать молодость. Дрифт — это не только зрелищные заезды, это еще и ночная ебля. Вот так вот. Давай показывай. Для ПВГ Моторспорт подгон от братьев белорусов и лейтенант Стропони. Вот так вот. Спасибо, парни. Партия вас не забудет. Ура!